Что такое тренинг? Это слово сейчас на слуху у всех. Представители различных индустрий используют это определение для обозначения обучения определенным навыкам, умениям. Кафедра психологии РАУ организованы тренинговые программы по психологии, презентация которых состоялась 20 сентября в Российско-Армянском университете. Данный тренинг, по словам заведующей кафедры психологии РАУ Аси Берберян, это метод интерактивного обучения, целью которого является создание условий для передачи определенных знаний и развития компетентности межличностного и профессионального поведения людей. Тренинги можно рассматривать вдруг в двух парадигмах. Первая парадигма – это специальный метод обучения определенным знаниям, некоторым умениям, некоторым навыкам. А другая парадигма считает, что целью тренингов является создание условий для самораскрытия и для самостоятельного поиска и нахождения способов решения собственных психологических проблем. Тренинговая программа имеет широкий спектр предназначения, а не для психологов, так как позволяет получить новые профессиональные навыки, а также рекомендуется для специалистов других направлений для решения личных проблем. Тренинги действуют по сертифицированной программе. Записаться можно на кафедре психологии РАУ.